В налоговых органах Семенов работает с 1994 года. 12 лет руководил управлением Министерства по налогам и сборам по Камчатской области и Корякскому автономному округу. В 2008-м правительством Российской Федерации Алексею Семенову был присвоен чин «Государственный советник второго класса». От 9 апреля руководителем управления налоговой службы по Краснодарскому краю назначен Семенов Алексей Николаевич. Соответственно, прошу коллег максимально, скажем так, помочь для того, чтобы быстро войти в эффективный режим работы Алексея Николаевича. Уже 20 лет работает в системе налоговых органов, из них 12 лет руководитель Камчатки. Хочу выразить благодарность руководству службы, губернатору Краснодарского края, который поддержал мою кандидатуру. И понимаю, что вместе с этим доверием на меня ложится очень большая ответственность, которую я, ну, собираюсь достойно нести вместе с тем коллективом, который обеспечивает основную доходную часть бюджета. До этого пост руководителя краевой налоговой службы занимал Виктор Красницкий. Он подал в отставку в августе 2013 года.